Маршрут под контролем. В Севастополе заработал центр мониторинга пассажирских перевозок. Он начал функционировать в тестовом режиме на базе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства города. Контроль осуществляется в реальном времени. Специалист имеет полную информацию о передвижении 714 маршрутных транспортных средств. Ситуацию на остановках оценивают с помощью установленных веб-камер. Кроме этого, у нас на данном мониторе показано в реальном времени обращение жителей города, не вышел ли маршрут. Мы с помощью этих систем можем всегда определить и быстро максимально устранить эту проблему. Когда поступают жалобы, что очереди или скопление массы народа, нет автобуса, мы проверяем, реагируем, связываемся с перевозчиком и устраняем эту проблему. Пока за всем процессом следит только один оператор. Он контролирует передвижение 95% общественного транспорта. Именно столько единиц техники, по информации департамента, оборудованы спутниковой системой навигации ГЛОНАСС. Это одно из условий, которое обязательно должны выполнить частные перевозчики, чтобы заключить контракт с правительством города. В дальнейшем функционал и штат мониторингового центра может расшириться. После реализации умного города, который в купе будет подразумевать под собой и коммунальную технику, и катера, и все прочее, тогда, соответственно, будет расширяться. Повторюсь, что для исполнения наших поручений, не раздувая штат, этого вполне достаточно.